Никита Михалков объяснил происхождение своих доходов за прошлый год, которые составили более 500 миллионов рублей. Известный актер заявил, что работает с 12 лет, снялся более чем в 50 фильмах и снял более 15 кинолент как режиссер. Также он добавил, что его мастер-классы за рубежом стоят от 20 до 30 тысяч долларов. Он также наследник Сурикова и Кончаловского, чьи картины стоят миллионы. Информация о доходах и имуществе деятелей культуры была опубликована на сайте Департамента культуры Москвы. Согласно декларации Михалкова, он владеет 89 земляными участками, у него 6 жилых домов, дачи и квартиры, 11 нежилых зданий, а также автомобиль, вертолет и трактор. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!